Сами же водители обязательно должны помнить, что подъезжая к пешеходному переходу, обязательно снижать скорость необходимо вплоть до полной остановки своего транспортного средства, а не нестись на максимально разрешенной скорости, чтобы впоследствии не ссылаться на какие-то дорожные условия, на метеоусловия. В первую очередь водитель ответственен за то, что происходит рядом с ними, потому что он в первую очередь управляет средством повышенной опасности.